утро. Сегодня 8 марта. Будет у нас вот такой завтрак. Саша приготовил нам, девочкам, на завтрак омлетики. Там он на заднем плане делает себе кофе. Ничего не слышно. И тюльпанчики у нас распускаются красивые. Вот. А в обед мы собираемся еще идти на шашлычок на дачу. За окном у нас вот такая погода. Сколько тут градусов? -2. Солнышко. Наверное, в обед минус будет. -2 на солнышко, на улице -10. Холодно, да, Саш? Морозно. Угу. Он гулять сходил с Наполеоном. Ну ничего, в обед, наверное, опять будет оттепель, как вчера был, позавчера. Будет тепло, я надеюсь. У нас уже прилично растаял снег. Видите, возле деревьев как раз тут так оттепель хорошая такая. Ой, смотрите, какая красота у нас тут. Ай, Алина, ты смотри, вообще такие красивые цвета. И тюльпанчики тут. И Баскин-Роббинс мороженое. Что за мороженое? Какой вкус? Миндально-фисташковое. Крутяк. Всех мам, бабушек поздравляю. Девочек с праздником 8 марта. И солнышко за окном. Вообще отлично. Отлично сегодня день. Слышите? Птички чирикают. Классно, да? Так. Так. Ну-ка, давай-ка сфотографируем. Все. Я сходила в душ. Искупалась, голову помыла. А к празднику 8 марта практически готова. Останется только нанести макияж. А, красиво одеться. На дачу. Потеплее одеться на дачу. Вот. И затем праздновать наш праздник. А сейчас я хочу вам показать, что делает. А Саша у нас тем временем собирается делать шашлык. Посмотрите, какой красивый кусок мяса он сегодня приобрел. Шейка. Шейка. Самое шашлычное место. Самое сочное. Саша ведь у нас как самый лучший шашлычник. Говорит и знает. Шейная часть свинины. Постарайся, сделаешь вкуснятинку нам сегодня на праздник. Ладно, продолжение, наверное, уже будет на даче. Сейчас я вам покажу мои покупочки из косметики, которые я недавно себе приобрела. И немножко расскажу о кремах, о мицеллярной воде, которым я уже успела попользоваться. Вот этот вот набор Нивея. Здесь у нас мицеллярная вода и плюс крем для сухой и чувствительной кожи. Наборчик это я покупала, по-моему, в гипермаркете «Магнит». Была очень хорошая акция, скидка. Вот. Взяла себе в прозапас, так как, ну, честно говоря, вот акция хорошая и скидка хорошая, поэтому решила воспользоваться этим. Пока не пользовалась, ну, не знаю, может быть, даже не буду трогать. Может быть, кому-то даже и на подарок оставлю, потому что, в принципе, косметика хорошая от Нивеи. Упаковка такая приличная. Вот. Так что это будет, скорее всего, подарок кому-либо. Потом вспомнила, что у меня закончилась мицеллярная вода от Чистой Линии. И недавно тут вот на днях я посмотрела видео. Канал Оли Ося. У нее 395 тысяч подписчиков. Она живет в Польше. И недавно выложила на канал о бюджетной косметике от Эвилайн. Она меня как-то немножко, наверное, вдохновила на покупку именно этой косметики. И вчера я зашла в Магнит, гипермаркет Магнит, и на прилавках вот увидела как раз-таки от Эвилайн мицеллярную воду. В принципе, у нее такой хороший объем большой. Здесь сколько у нас тут? 500 миллилитров. Вот, то есть ее надолго хватит. Что еще понравилось? Понравилась, естественно, в первую очередь упаковка. Такая, знаете, приятная, да? Вот видите, что тут этикетка такая красивая. Вот, на ощупь приятная упаковка. Вот. И решила я себе ее
эту мицеллярку взять. Стоила она, в принципе, не очень дорого. Что-то порядка, по-моему, 200 рублей. Не помню, чек не сохранился. Вот. И далее я увидела также на полке крема от Эвелайн. Вот такой крем от против морщин для контура глаз Gold Lift Expert. Вот также красивая упаковка, как вы видите. Чем-то даже напоминает, вот так, если мельком посмотреть, напоминает L'Oreal. И еще купила себе вот такой крем. Но немножко, я так поняла, поторопилась. Потому что вот здесь, смотрите, здесь написано 45+, а мне еще только 40+. Вот. И я так думаю, что этот крем мне не подошел. Из-за чего? Из-за того, что кожа все-таки еще не совсем такая у меня старая. Вот. Сейчас я вам покажу, как выглядит внутри. Вот такая вот упаковка. Честно говоря, немножко как-то, я так думаю, что дешево смотрится. Ну и цена, конечно, не очень высокая, но вот картонная упаковка как-то более, мне кажется, привлекательна. Это что-то как-то вот, не знаю, больше похоже на крем для рук. Качество вот пластика, конечно, приятное. Оно такое, знаете, матовое. Вот. Текстура ужаснейшая. Вот я не знаю, я попробовала нанести на кожу вчера. Умылась специально. Да, нанесла на кожу. Во-первых, крем очень долго распределяется. И почему-то кожа моментально... Вот у меня такое ощущение появилось, как будто маска на лице. И кожа стала такой, знаете, немножко даже, мне кажется, стянутой. И очень сухой. Вот. Запах ужаснейший. Не знаю, я его на коже ощущала где-то, наверное, пока вот ходила с ним около часа. Я потом не выдержала, пошла умылась, смыла его. И когда, кстати, умывалась, я вот именно крем сам, вот этот, сам чувствовала, что я смываю этот крем. Соответственно, он вообще не впитался в кожу. Вот, поэтому смотрите, не знаю, я, наверное, не рекомендую вам приобретать его. Хоть и вот Оля, блогер, нахвалила этого производителя, этот бренд, но что-то как-то не очень мне он понравился. Не знаю, может быть, декоративная косметика у него хорошего качества, но вот уходовая крема нет. Нет, нет, еще раз нет. И то же самое я хочу сказать про этот крем для глаз. Также я его нанесла. Сейчас я вам покажу внутри упаковку, как выглядит. Вот такая вот, ну, обычная, да? Вот я опять еще раз повторюсь, похоже на L'Oreal чем-то. На глаза нанесла, на веки вернее. И буквально через час, наверное, также у меня глаза отекли. Вот, то есть, не знаю, вызвал какую-то аллергию. Так что вот так. Может быть, это индивидуально вот так вот, не на все... Не на всю кожу реагирует, но у меня вот именно отреагировал таким образом. Вот. Единственное, говорю, осталось довольно, наверное, мицеллярной водой. Но я бы не сказала, что она супер хорошо снимает водостойкий макияж. Очень долго приходится тереть кожу. Но вот я, например, от косметики Чистая линия намного довольнее остаюсь, чем вот, например, от Эвелайн. Вот такие вот у меня покупочки. Не знаю, неудачные. Неудачные. Ну ладно. Конечно, выкидывать все это дело жалко. Вот, я этими кремами не пользовалась. Скорее всего, наверное, кому-либо их отдам. Может быть, кому-то другому они подойдут. Так, вышли на улицу, ждем Сашку, да, быстро. Наполеон тут тоже ждет. И мама всегда нас снимает. Нет бы Маши снять. Мама с Алиной. У Алины в руках подарочек бабушке. И термос. Решили взять кофе с собой на дачу. Волнуется. Горяченький. Волнуется. Где он? Где он? Ждешь? Наполеон. Ждет, пока выйдет Саша. Все, мы пошли. Саш, тебе всем привет. Привет, привет. На улице сейчас, кстати, не такая холодная погода.
Благо, что еще солнышко. Если бы солнышка не было, было бы, мне кажется, немножко прохладно. Гололед просто ужасный. Да, гололед. Сильно скользко. Не упасть бы, да, с дорогой камерой. Разобьем камеру потом вдрызг. Здесь такая тропинка. Здесь, вот видите. Вот она, они тут. И тропиночка очень скользкая. Так, у нас тут угли уже. Дедушка подготовил. Бабушка идет. Здрасте, здрасте. С праздником. Мы вас видели, да. Домой ходила. А зачем? Я кое-что забыла. Здоровье, еще раз здоровье. Да. А праздничком? Привет. Начался жариться шашлык у нас куриный. Вот такой вот. Бабушка вчера мариновала. Саша у нас сегодня замариновал. Еще и свинина шашлык будет у нас. Вот, надо занести тут кое-что из продуктов, которые я из дома взяла. Так, а то у нас тут что-то заморозится все. Вот я взяла. Что, Наполеон? Кошка, да? Эх, она. Ликанка. Даже ноль внимания на тебя, да? Мась, пойдем, я тебе блинчик дам. Идем, вкусный блинчик дам. Идем. Ой, пофиг ему. Пофиг ему. Ладно. Он, кстати, когда... Говорю, Саш, я знаю, ты уже говорил. Когда пошли мы на дачу, собирались, я говорю, сейчас на дачу пойдем. Он такой радостный. И туда, и сюда, и в зал, и в спальню. И не знает, что делать. И к Саше подбежит, и ко мне подбежит. Все, вы же понимаете, да? А радостный такой, что все вместе идем. Туалет. Там забор. Так, у нас уже почти шашлычок готов. Саш, мне кажется, он уже это подгорать начинает. Может, так, хватит? Сейчас я вам покажу, у нас стол какой. Ну, здесь, правда, такой у нас шашлычно-масленичный, можно так сказать. Бабушка вот у нас напекла блинов очень вкусных. Это вот у нас с икрой блины. Это с творогом, а это с мясом. Вот. Зелень тут вот мы нарезали, да, из дома принесли. В одном термосе кофе, в другом термосе бабушка что сделала? Что тут? Кипяточек, чтобы согреться. Угу. Ну, еще для согрева, конечно, еще коньячок есть. Вот. Так как сегодня у нас праздник, 8 марта. Двойной. Да. И масленица, 8 марта. Алина, как всегда, в своем айфоне. SE. Дедушка, он там сейчас заходит. Звезда Ютуба? Нет? Да? Ну, садитесь, еще по рюмочке выпьем. Да, мы и... Мы свет не допили. Ну, допить ну, надо и все. Допейте. Ну, что? Разница дедушка сейчас скажет у нас. Да? Без зубов нет. Да ну ладно. Знаю. Зато потом с зубами будет красивыми. С праздником, девочки, давайте. Выпьем еще разок. Спасибо. Потом шашлычки. Ничего себе. Тарелки здесь. Вкусные блины. Вообще супер. Иди сюда, иди ко мне, иди. Иди, мой хороший. Иди ко мне. Ой, Маська, на улице, на даче, на зимней даче, на весенней даче вернулась. Ой, кто это? Кто это тут у меня ходит в грязи, а? Кого придется мыть сегодня? Наполеона? Знаешь, что у меня эта песня ассоциируется? С чем? С Ривьерой. Когда я была совсем маленькая, мы поехали в Ривьеру, я помню, там была эта песня. Там включают песни. Ривьера? Какая Ривьера? Аквапарк. А-а-а. Я прям помню, я запомнила это. Я, может, не помню.